Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию ролик нашего одного из наших авторов. Он прислал нам большую подборку, сейчас будем регулярно выкладывать. В двух словах, вы понимаете, как они там эти звонилки, какие приемы используют эти звонилки? Вы сейчас послушайте. И это вот такое стопроцентное попадание, если человек ничего не понимает. Вот здесь стопроцентное. И какой разгром он, какой рикошет он получает. Это какое разочарование внутреннее, когда он слышит вот такое вот парирование. Автору отдельное спасибо, слушаем. Руслан Сергеевич, да. Здравствуйте. Да это с юридического департамента банка «Хомкредит» беспокоит вас. Сергей меня зовут. Руслан Сергеевич, да вот вопросик. Тут документы поступили со взысканием по вашему долгу, по смартфону Sony, брали в кредит. Да. Вот, как говорится, уже тут ко мне в работу. Вопрос такой, а чего вы не платите? Смотрю, тут взыскание написали, что вы там письмо написали, да? Ответ да, какой-то ждете? Да, хочу с вами судить, все вопросы решать, так что взыскивайте. А что там за вопросы у вас какие? Чего, куда писали письмо? Ну, я в главный офис вам писал. В главную, да? Что у вас там, какие пожелания? Просто сейчас уже, говорю, госпошлину оплачивать буду по вам. Что у вас там? Какие пожелания? Да, это лично к вашему руководству, я не могу озвучивать. А, к руководству претензии, что ли, у вас там или что? Ну да, есть вопросы, нет. Ну хорошо, а вопрос по кредиту, вы платить будете его, нет? Я в суде это буду все решать. То есть, грубо говоря, все, проплачиваем по вам госпошлину, да? Да, проплачивайте, обращайтесь. Хорошо, и смотрите, еще вопрос такой. У вас брат тоже, да, с вами так, по этому вопросу? Вы тоже с ним там, да, писали про него что-нибудь там, да? Он тоже с вами там? В этом письме. Потому что по нему тоже документы здесь вон. Ну, если есть, по нему ничего не знаю. Ничего не знаю. Вы не общаетесь с ним? Ну, очень редко. Ну, если увидите, так это передайте тогда, я говорю, сейчас уже в суд проплачем, поэтому. Хорошо. Вот. И на Песчано-Копской вы живете, да? Да. То есть туда уже выезжать будем, правильно? Выезжать будете? С приставами, конечно. А, ну вы подождите, до пристава еще дойти надо сначала. Ну а что там вопрос? Сейчас будет судебное решение, приказ и все. И ну, поехали, предъявили, возбудились и поехали. Мы его отменим и будем дальше судиться. Ну, исполнительный лист вы отмените? Конечно. Исполнительный лист? Конечно, отменим. Вы путаете с судебным приказом, наверное. Не, ну вы делайте свое дело, а я буду делать свое дело. Чем мы будем это дискутировать по телефону? А, то есть вы платить не будете? Нет, я буду через суд решать. И вопрос, вы через суд, что вы хотите решить, я не пойму. Вы брали кредит по договору. Да это второй вопрос, что я хочу решить. Я говорю, если вы хотите судиться, давайте судиться. Что? То есть вы однозначно, да? Конечно, я же это сказал. Что-то. А у вас там, смотрите, я смотрю, брат у вас прописан. Вы там же проживаете с братом там? Ну, это к делу отношения не имеет. Не, ну почему не имеет? Просто сейчас это уже будет как бы запросы все сделаны по этому адресу и все такое прочее, понимаете? Нет, вы делаете, делаете. Угу. То есть вы отказываете? Я буду за вас вашу работу делать. Нет, конечно, нет. Ну, давайте, ожидайте. Да. Все, я понял. До свидания. До свидания. Да, друзья, вот понимаете, как это все просчитано. Ну, вообще, что называется, на простом человеческом незнании, на страхе это все сформировано. Ну, вот этого, да, я там пошлину собираюсь платить, я там до такой степени сидит, блефует этот тормозок вот этот вот, но он понимает, он знает, что это работает. Я еще раз призываю людей, всех, кто сейчас слушает мое обращение, не нужно быть, знаете, вот этим вот материалом, из которого они пытаются слепить то, что им нужно. Те самые глиняные игрушки, которые в любой момент могут они разбить и выбросить, либо там эксплуатировать их, как хотят. Не нужно быть таким. Люди, обзаводитесь знаниями. Только незнание, как я всегда говорю, формирует устойчивый страх, и вы становитесь жертвой. Если вам приятно оставаться жертвой, пожалуйста, ваш выбор. Но вот это вот выеденного яйца не стоит. Ваши надуманные, дикие, ужасные проблемы ничего вообще не стоят. С этим можно справиться совершенно спокойно. Во-первых, успокоиться для этого наш канал совершенно бесплатно. Просто подписывайтесь на наш канал и все. И слушайте его регулярно. Во-вторых, если хотите окончательно все, как говорится, до финишной черты довести, смотрите видео на нашем сайте. Ссылка на сайт в описании ролика и вот сейчас появляется в правом верхнем углу. Такая вот ссылочка на наш сайт. На сайте выложено видео.
Вот ссылка появилась, такая подсказочка, да, она кликабельная. Жмите на нее, и вы попадете на наш сайт. На сайте выложено видео, как устроена работа наших специалистов, что мы для вас делаем. Да, это не бесплатно, это намного меньше, чем бы вы могли заплатить банкирам. Самое главное условие для нас – это прекращение всех отношений с банками, в том числе и финансовых. Когда вы работаете с нами, подписываете с нами договор, вы перестаете платить в банк вообще ни копейки. Это основное условие для нас. Тогда результат будет. Мы вам гарантируем, что мы будем эксплуатировать строго законные методы. Строго законные методы. Никаких наработок, там, блатных каких-то знакомств мы не эксплуатируем. Но это, наоборот, увеличивает наши шансы прийти к результату. И ваши шансы оказаться свободным от долгов. Что мы сделаем в двух словах? Мы создадим условия, когда банк сам будет вынужден отказаться от претензий. Либо приведем вас к комфортному платежу. Комфортный платеж – это когда вы платите столько, сколько можете, а не столько, сколько требует банк. Ну и самое главное, что в этом случае будет закрываться именно тело кредита, именно уменьшаться будет сама суть вашего долга, понимаете? И все равно создадутся условия, когда банку это станет невыгодно, потому что банку невыгодно получать эти копейки. Он заберет исполнительное производство, исполнительный лист. Ну, это отдельная история. Посмотрите видео и все поймете. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алям». Еще раз повторяю, ссылка на видео, ссылка на наш сайт в описании этого ролика. Также вот она еще раз в виде подсказки, смотрите, в правом верхнем углу появилась, тоже на нее можете нажать. Ну и, конечно же, с вас лайк, подписка на наш канал, репост в соцсетях. До свидания, друзья!